Друзья, всем привет! Вы на канале «Мой сад, моя гордость» и с вами Елена. Хотела сегодня я показать, как я буду высаживать вот такой вот клематис. Посмотрите, девочки, какой он красивенький. Конечно, это не крупноцветковый клематис, но я хочу сказать, что такой клематис, он очень красиво смотрится в объеме, когда он будет уже нарастет достаточно большой. И он так красиво смотрится, вы просто, я это просто не оторвать глаз, я хочу сказать, какой он шикарный. Я просто видела вот такой клематис, видела, как он растет в объеме на самом деле, и как он красиво смотрится. Посмотрите, какие цветочки, очень красивые. И их настолько много, что не сказать на больших крупноцветковых. Здесь они более мелкие, и их очень, они прям усеянные, просто усеянные. Это просто красота. Это просто красотища, друзья мои. Вот, выкопала я ямку. Посмотрите, ямка не сильно, конечно, глубокая. Вот, сейчас добавим сюда перегной. Будем делать вкусную почву, очень вкусную для нашего клематиса. Вот так вот. Сейчас мы насыпем сюда таконский перегной. Я везде его практически добавляю. Так, теперь мы немножечко песочка сюда добавим. А потом на будущий год я... Сейчас я, конечно, сделаю палочку, его привяжу к палочке, а на будущий год я куплю сюда такую, типа как пирамидочки такой. Либо шпалерочку, либо пирамидочку. Ну, в общем, посмотрим, что мне попадется, что мне больше понравится, то я и куплю. Сейчас я его вот так вот перевалю. Посмотрите, какие корешочки. Ребята, посмотрите, какие корешочки хорошие. Как он хорошо уже нарос. Наросла корневая у него. Очень хорошо, хочу сказать, наросла. Вот. Тоже сейчас я немножечко вот так его раздербаню. Прямо чуть-чуть. Вот так вот. И все, достаточно. Но с Богом, красавец мой. Видите, он уже такой вот длинненький. Сейчас мне надо будет палочку привязать. Сейчас я посажу его. И ямку тоже не буду сейчас наливать. Сверху чуть-чуть полью. И все. Земля у нас влажная, мокрая, прямо можно сказать. Еще добавлю сюда перегнойчика. Ну, вот так вот. Чуть-чуть вот так вот придавили. Вот такой вот красивый он. Ой, какой он яркий, какой он красивый. Я так люблю клематисы. Хочется их прям развести много-много-много. Но вот места у меня, конечно, не хватает. Очень не хватает. На будущий год еще меньше грядок посажу, потому что, ну, хочется вот такую красоту. Вот. Песочечка. Потом я подкормлю его сейчас дня через 2-3 маленько, когда дожди перестанут у нас, я его подкормлю. Подкормлю гуматом калия, немножко разведу, один колпачок там идет на литр воды. Ну, в общем, немножко я его подкормлю. И больше в этом году подкармливать его не буду. Буду уже подкармливать на будущий год, когда весной начну его подкармливать. В общем, вот такая вот красотулечка. Сейчас мы польем немножечко, совсем немножко. Вот, и хватит. В общем, друзья мои. Кому понравился мой? Ну, не красота ли? А? Ну, не красота ли, скажите? Да это же чудо просто. Это чудо из чудес. Обалдеть просто, обалдеть, какие у него красивые цветы. Вот, друзья мои, если вам понравился мой ролик, ставьте,
Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш с Катюшкой канал, поддержите нас, друзья мои. И вот такую вам красоту хочу пожелать, чтобы вы приобрели. Просто рекомендую. И, друзья мои, до новых встреч. Пока-пока.